он является важнейшей частью рациона в нашей стране. Без него трудно себе представить любое застолье. Это и любимый вкус, и традиции. Ведь не зря говорят: хлеб всему голова. Как производят муку и выращивают дрожжи? Что такое ГОСТ? Кто придумывает рецепты? Как работают пекарни и хлебозаводы? Зачем делают закваску? И вреден ли глютен? Погнали! Все о хлебе в проекте «Хлеб». Премьера 16 июня в 20:00 на канале «Еда премиум».